камин у нас не работал. Или работал по настроению, можно сказать. Когда хотел, включался, когда не хотел, не включался. Я решил вытащить вот этот фитиль. Это где искры выдают. Это откуда газ распределяется. Это тройник получается. К искре идет газ, наверх идет к фитилу. И отсюда уже основной газ. Распределитель. Я сейчас все это открутил. Вот отсюда. Вот отсюда открутил все. Снизу открутил, вытащил его. Вот отсюда вытащил его. Сейчас чищу. Все почистил, уже почистил. Весь копот был на нем накоплен. Вот здесь даже чуть-чуть еще заметно. Вот. Чуть-чуть еще заметно здесь. Вот еще почищу. Все аккуратно почистил. Вроде все должно быть нормально. Не знаю, сейчас проверю. Посмотрим. Покажу вам, как он работает. Будет работать или нет. Получилось мне его сделать или не получилось. Но будем надеяться, как говорится, на лучшее. Вот, все установил. Сейчас проверим, как он работает. Вот, сразу включается. Он долго меня мучил, не включался. Оказывается, там сверху копоть набрался весь. Вот эти отверстия все забились и не включался. Даже запах газа выходил в комнату, а газ не горел. Сейчас даже надо будет вот это сверху, вот эта сетка тоже, походу она тоже грязная. Сейчас попробую его тоже вытащить и почистить. Вот эти стекла тоже убрал здесь. Откуда уходит газ, вот эту форсунку тоже, чтобы почистить. Вот здесь взял. Вот в комплекте была у меня такая штука, вытерка. Тонкая такая. И вот этим так аккуратно все, полностью все от А до Я, все прочистил. Все прочистил. Вроде забито, мест нету. Сейчас попробую еще раз включить. Вот включил. Вот. Красивое пламя. А то было тухлое пламя. А здесь аккуратное красивое пламя идет. И все равномерно горит. Так что желательно чистить. В случае возникновения небольших неполадок, желательно сразу его чистить, чтобы лишний раз газ не выходило. И чтобы горело все аккуратно. Принцип работы этой системы. Вот здесь находится пружина. Вот пружина. Здесь как бы молоточек. Сейчас я его возьму, чтобы он не выпрыгнул отсюда. Вот. Видите, нажимаем. Он его цепляет. Вот эта штуковина его цепляет. Вот. Вот. Вот так он ударяет. Вот. Вот так и работает наша искра. Так и образуется искра. Ударяет, отсюда идет ток. Там искра образуется.